Казанском университете состоялся очередной дискуссионный клуб, на котором эксперты обсудили предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, которые пройдут 3 ноября. Главными кандидатами на этот раз стали нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. По результатам социологических опросов, проводимых в Америке, Джо Байден сохраняет лидерство. И, на мой взгляд, это достаточно два странных персонажа, которые вот пробились в американскую элиту. В последнее время там очень много странных персонажей. Вот. Но что делать? Это выбор американского народа. И, безусловно, Россия в лице государственных органов должна строить свою внешнюю политику по отношению к Соединенным Штатам Америки. Ну а гражданское общество России должно воспринимать гражданское общество Соединенных Штатов, тем более мы последние годы знаем, что взаимоотношения между странами и между обществами и между политическими элитами отнюдь не безоблачны. 22 октября на теледебатах кандидаты отстаивали свои взгляды на вопросы восстановления экономики в условиях коронавируса и непосредственно борьбу с этой инфекцией. Трамп говорит о необходимости либерализации экономики и снижения налогов, а Джо Байден предлагает противоположную сторону, он предлагает повысить налоги для богатых, усилить регулирование социальной экономики. Они видят разные способы обеспечения экономического благополучия Америки. Трамп видит идеал ситуации, да, когда Америка является мощнейшей производящей экономической державой и на этой основе может диктовать свои условия всему остальному миру. А демократы видят ситуацию совершенно другим образом. Они считают, что Америка должна обеспечивать свое благополучие просто за счет эксплуатации своих вассалов. Еще одной острой темой стала проблема расизма. Все мы помним, как летом этого года проходили протесты на этой почве. Политологи даже утверждают, что этот конфликт может разделить Америку на две части. Чернокожие, латиноамериканцы, они критикуют политику Трампа, говорят, что она не отвечает их правам и их требованиям. Вот. Но, с другой стороны, белое население Соединенных Штатов, оно, в принципе, поддерживает политику Трампа, потому что прекрасно понимает, что вот если эта ситуация с чернокожим движением выйдет из-под контроля, то это создаст проблемы для белого, так сказать, населения. Понимаете? Важной темой дебатов стали и отношения с Россией. Оба кандидата обвиняли друг друга в работе на Москву. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов через президента Путина. В ответ на это Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Ну, есть небольшие шансы, что Трамп останется на своей должности. И про то, что говорит социология, говорят сегодня большинство экспертов, придет Байден. Вот, я думаю, что, может быть, политика немножечко изменится, но она будет точно такой же жесткой, и которая будет направлена на, в общем-то, реализацию антироссийского интереса. Кандидаты выражают ясно свои позиции и, конечно, пытаются устроить из дебатов шоу, как это принято в Америке. Многие пишут, что победа за Байденом, так как он успешен в самых важных штатах – Флориде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Эти штаты дают самое большое количество голосов выборщиков. Вот я вот говорю, что в Америке достаточно сложная процедура голосования, то есть двухэтапная, да, то есть население голосует за выборщиков, выборщики голосуют за президента. Так вот, от этих штатов самое большое количество выборщиков. И, соответственно, если самое большое количество выборщиков от этих штатов проголосует за того или иного кандидата, этот кандидат большей вероятностью займет пост президента. Но политики отмечают, что недооценивать Трампа не стоит. Он зарекомендовал себя как видного политического деятеля и недавно смог провести своего представителя на вакантное место в Верховный суд Соединенных Штатов. И вот она, как бы, сейчас в Верховном суде будет проводить, наверное, линию, близкую к линии Трампа, а в случае, если на входе выборов возникнут какие-то, скажем так, правовые коллизии, и будут выборы оспариваться, а здесь решающее слово будет принадлежать Верховному суду. И это, кстати, очень большая победа Трампа за последнее время. Нам остается только дождаться 3 ноября, чтобы точно узнать, кто же победил на выборах. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.